продюсерский центр «Русская гармонь» и Александр Ганичев представляют русская народная телепередача «Гармонисты России». Здравствуйте, уважаемые телезрители, друзья, любители русской гармонии. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России» на телеканале «Жар птица». И сегодня в гостях у нашей телепередачи совсем еще юный гармонист, победитель конкурса «Юные народники» на канале «Жар птица» Даниил Петрищев. Ах, елецкая гармошка, с тобой горе не беда, тебя любит наш народ, да не смолкает он никогда. Мы елецкие ребята, мы нигде не пропадем. Мы и горы переедем, мы и реки перейдем. Даниил Петрищев приехал к нам из города Елец. Это какая область? Липецкая область. Липецкая область. А гармошечка как называется? Елецкая рояльная гармошка. Елецкая рояльная. Я вот знаю, что на такой гармошке ведь не так много играют гармонистов. У вас там много гармонистов вот именно с такой гармошкой? Нет. Немного? Нет, немного. А откуда гармонь вот эта у тебя в жизни появилась вообще? Скажи, пожалуйста. Ну вот, получается, я когда с раннего возраста, я начал интересоваться музыкой. Во сколько лет? В 4 года. В 4 годика, да, уже, да? Вот. И я с 5 лет я пошел в детскую школу искусств номер 3 города Ельца. Прямо там у себя? Да. Я ходил на пение, играл еще на аккордеоне, учился. Вот. И тогда, получается, мне понравилась эта гармошка, и вот мне, получается, родители ее купили. Вот, и с того момента я начал играть вот на ней. И играешь до сих пор? Да. А больше сам подбираешь или у тебя есть преподаватель? У меня есть преподаватель Прокофьева Галина Ивановна. Галина Ивановна? Да. Вот я хочу сказать, наши телезрители, уважаемые телеканала «Жар птица», таким преподавателем, как Галина Ивановна, которая учит играть детей на гармошке с юного возраста, я всегда это говорю, нужно при жизни ставить памятник. Правда ведь? Вот она тебя учит и продолжает ведь еще учить. Сколько тебе еще заниматься-то в школе? Еще два года. Ну, дальше будет дальше, потом правда? Я буду поступать. А куда? Хочу поступить в Воронеж, вот, по классу аккордеон и Елецкая рояльная гармония. А дальше? А вот дальше... А дальше будет дальше еще. А сейчас-то 8 класс? Да. Еще 8? Да, 8, 9, после 9 я уже буду поступать. Ага, а музыкалке уже сколько, 5 лет? Или 5-й год сейчас музыкалке? Я в музыкальной школе уже... Уже не помню сколько, с рождения, можно сказать, год 8. Ну да, с 4 лет. Это хорошо. И какие мелодии ты играешь еще-то у нас? Я играю веселые, как грустные, как там это вальсы, все такое вот. И народные страдания, частушки. Ну вот что ты хочешь показать сейчас? Я сейчас хочу вам показать Семеновну. Семеновна. Вот на такой гармошечке. Thank you.
Русская народная телепередача «Гармонисты России». И сегодня в гостях у нашей телепередачи Даниил Петрищев, гармонист из города Елец, победитель конкурса «Юные народники» на телеканале «Жар-птица». И вот, Даниил, я хочу вручить вот такой диплом участника, диплом победителя. Вот смотрите, наши телезрители, какой диплом детского музыкального конкурса «Юные народники». Даниил Петрищев, Липецкая область, город Елец, занявший первое место в номинации «Игра на народных инструментах». Телеканал «Жар-птица», директор телеканала «Жар-птица». Вручаю торжественно. Спасибо. Хлопать, пускай наши зрители хлопают. Вот, покажи зрителям. И я хочу сказать слова благодарности в адрес русского народного телеканала «Жар-птица». Какие они все-таки молодцы, что организовали такой конкурс. И мы все смотрели, всех участников, вот, все молодые люди, кто-то постарше, кто-то помоложе, кто играл, кто пел. И на самом деле, сколько у нас в России талантов, правда ведь? Mm-hmm. А вот давай я пока дипломчик подержу. Как вообще на «Жар-птицу»-то мысль-то пришла попасть? Кто подсказал? Ну, у нас, получается, мама нашла конкурс, который назывался «Жар-птица». И мы вот с преподавателем Прокофьев Галинванной решили отправить видео, ну, чтобы поучаствовать. И вот сложилось так, что я прошел, получается, занял первое место, и вот сейчас снимаю передачу. И помог-то карантин на самом деле, да? Потому что сидели дома, снимали видео, и вот сняли видео, отправили на «Жар-птицу». Вот. Еще раз спасибо каналу «Жар-птица», молодцы. Так держать, продолжать нужно это дело обязательно. Ну, дальше играем для наших зрителей. Сейчас я сыграю «Страдания». «Страдания». Thank you.
эфире русская народная телепередача «Гармонисты России». Даниил Петрищев, город Елец, Липецкая область. Бабушка, дедушка живут там же? Да, живут в Ельце. А из деревни есть кто-то? Вообще в деревне родился? Или в Ельце в самом себе всегда жили? Ну, в деревне Ельце есть. А, еще и из деревни тоже есть, да? А вот играл кто-то из родных? Может быть, там дед играл, прадед, не говорили? Нет, никто. Вообще никто? Нет. То есть это вот откуда-то просто такой появился талант, да? Да. Вот интересно, зовут на свадьбу юбилей играть? Нет, еще. Еще не зовут? Нет, пока что. А на танцы? Нет. Тоже не зовут? Нет. А ведь вот я скажу, в старое время еще, во времена моих родителей, там, 50-е годы, танцы, все танцы были только под гармошку, потому что не было магнитофонов, не было электричества в деревнях. И вот приходили и играли и плясовые, и играли различные мелодии, чтобы можно было танцевать под них. Ты умеешь играть танго? Да. Вот на этой гармошке? Да, на этой. А сыграй, пожалуйста. Зато, знаешь, Даниил, вот, может быть, вернется мода на гармонь, и опять молодые люди пойдут в клуб и будут танцевать не бум-бум, а именно под гармошечку. И представляешь, вот как танцы. Или позовут тебя куда-нибудь там на день пожилого человека, бабушки. Они же не будут магнитофон включать, а ты им сыграешь танго, и они будут танцевать и вспоминать молодость. Правда ли? Ну и в завершение нашей программы, что еще ты вот на этой гармошечке можешь сыграть? Цыганские мотивы. Цыганские мотивы. Даниил Петрищев. Thank you.
Вот и подошла к концу наша русская народная телепередача «Гармонисты России». И сегодня в нашей телепередаче принимал участие гармонист из города Елец Липецкой области, победитель конкурса «Юные народники» на телеканале «Жар-птица» Даниил Петрищев. Любите гармонь, слушайте гармонь. Учитесь, юные народники, учитесь играть на гармошке. Всего вам доброго, до новых встреч. Продюсерский центр «Русская гармонь».